утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Чем бы мне заняться? Эх, чем бы мне заняться, а? Даже не знаю. О, Шунь, привет! Здравствуй, Коксик! А что это ты с зонтиком? Ты что, на улице не был? Там дождик идет. А ты почему такой хмурый, а? Да, что-то скучно мне, Шунь. Скучно? Ну так пойдем со мной, к Енотычу, в теплице ему поможем. Вот что придумала теплица. Да я там вообще от скуки засну на этом вашем огороде. А здесь что, не заснешь? Тогда в книжном шкафу порядок наведи, книжки расставь. Шунечка, я ж не просил тебя мне занятия придумывать. Я просто говорю, скучно. Но ты же скучаешь, потому что тебе заняться нечем. Вот я и советую, расставь книжки. На, книжки. Книжки. Да ну, что их расставлять-то? Ну и оставайся тут со своей скукой. Тебе, похоже, очень нравится скучать. И вовсе мне это не нравится. Просто, ну что это за занятие такое? Огород, книжки. Не, все это неинтересно. Лучше я вот тут посижу, поскучаю вдоволь. Подремлю. Тетушка Матильда. Да-да. Дай сюда. Да. Вот хорошо. Он. Где? От скуки аж заснул. Ничего, ничего. Сейчас мы его разбудим. Так. Вот так вот. Ой, а кто здесь? Это я. А кто я? Ну, неужели? Неужели ты меня не узнаешь, Коксис? Нет, не узнаю. Это я, твоя скука. Скука? Ой-ой-ой-ой-ой. А ты чего ойкаешь? Ты мне не рад. Ну, даже не знаю. А ты где? Я здесь. А? Я везде. Я кругом. Ну а что ты тут делаешь, а? Я ничего не делаю, ничего. И ты ничего не делаешь. А это почему? Как только ты начнешь что-то делать, Коксик, я тебя покину. А ведь ты не хочешь, чтобы я тебя покинула, правда? Я это даже не знаю. И правильно, Коксик, не надо ничего знать, не надо ничего делать и думать ни о чем не надо, ни о чем. Просто скучай на здоровье. Береги меня, о, Коксик, лежащий на диване. Ну, мне ж надо, книжки в шкафу расставить. И не вздумай, ты меня погубишь. Кто тогда тебя пожалеет? А с чего это ты взяла, что меня надо жалеть? Да, ну ты же так страдаешь. Тебе же нечем заняться. И вовсе я не страдаю. Страдаешь, страдаешь. Маешься от безделья. А что это у тебя с голосом случилось? А это я уменьшилась немножко. Я же предупреждала, не делай ничего.
а ты не послушался и встал с дивана. А если еще что-то делать начнешь, я вообще могу растаять, улетучиться. Так я не могу ничего не делать. Я и так целый день ничего не делал. А мне еще надо Шуне с енотчем в огороде помочь. Ты что? А как же я? Кто тебе дороже, я или Шуня? Кто дороже? А, не знаешь. Вот и отлично. Знаю, я знаю. Мне дороже. Шуня, уходи из кука. Хочу делами заниматься. Коксик, какой ты молодец. Шуня? Тетушка Матильда? Да-да. Ну а где же скука? А скуки больше нет. Была, да вся вышла. Ты ее одолел, Коксик. Значит, это были вы. Вы меня разыграли, да? А тебе что, не понравилось? Может, тебе было скучно? Да нет, скучно мне совсем не было. Мне было страшно немножко. Ну, все, думаю, доскучался. Ну, значит, розыгрыш удался. Да, пожалуй, я больше скуку к себе не подпущу. Ни за что. Так, сейчас я иду, Шунь, с тобой енотчу помогать. Ну, а потом буду наводить порядок в книжках. А вот это правильный подход. Но сначала давайте с ребятами попрощаемся. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам самого доброго, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.